Hey, you guys, I'm Шуки, мы продолжаем проходить игру по названию The Question Adventure of the Last Humans. Окей, в прошлой серии мы убили осьминога и акулу с минами на лице. Подожди, как вообще работает быстрое перемещение? Это поди... X. Ни хрена не понял. Я теперь понял. Каф. Mine World Stations. Ну, мы здесь сейчас. Здесь еще одна огромная локация. Походу, каждая точка это босс. Мы убили здесь двух боссов. Теперь здесь у нас прощерина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Нет, подожди, мы там не убили босс. Че тут наверху? Ой. Я и сам вижу, что тут минное поле. Это опасно. У меня света нету. Нужно было в эту пойти, в правую сторону. Открыть там проход. Годзилла. Может, Арель Годзилла? Ну или ниже. Кратер. Просто такая музычка. You dead. Labels. Чё, меня убило? Я даже не понял, что меня убило. Так, давайте сразу посмотрим, ниже что-то есть или нету. Я пришел на токсик. Ясно. То есть это ядовитые газы невидимые. Окей. Тогда плывем. Успел. Ух. Так, минное поле. Так, вниз проход. А здесь у нас... Или меня вот это убило? Да, это типа фабрики. Там мусор выкидывается. Ну, давайте тогда сюда. Так, и здесь что есть? Нету. Не хочу к мини касаться. Кто знает. Все слишком сложно. Выжил. Теперь надо ждать, пока я отхилюсь. Ну, типа, короче, он отражает любой один выстрел. Фауна.
Там закрыто у нас. Мина. Мина. Так, это там, где типа не мог проехать, там. Нахера? Короче, нам говорится про пластик, который в планете выкидывается, вот, бла-бла-бла. Или нет, мне все равно. Ауч, ауч. Так подожди, черная тахиря, она пропадает или нет? Ядовитые кораллы эти. А, так... Я могу здесь бы проехать просто, да и все. Да, все ясно. Только я не понял, нахера я тогда сюда приехал? Тут ничего нету. Так. Телек не включается. Так, здесь мины где-то должны. Да, вот они. Гу, тогда сюда всплывем. О, выше. Надо внимательно смотреть. А там вот вид, видите, не видно ее. Ну а здесь другое море. Это если б я отключил трубы, да? Но у нас, в принципе, есть еще вариант пойти. Тихо. Пойти чисто направо. Так, я тут могу открыть проход, хорошо. Пойти в правую сторону. Смотреть, что там. Потому что я немного начинаю уже путаться. Сразу наверх. Это я просто... Да. Походу, да. А не, смотрите, здесь еще не был. Так, телепорт. Дэвин, хорошо. Но у меня нету чем взрывать. Большие крабики убегают. Ну, если сразу... Крабики, крабики, крабики. Походу, да, здесь будет босс-краб. Только понять, как мне это все проходить дело. А, ну да, если, в принципе, я клуб не убил, я бы сюда и попасть не мог. GM. Нафиг надо. Поехали сюда. Что тут? А здесь все нам. Креветки. Так, здесь темно, но здесь видно.
Походу, это намек на вырубку леса у нас. Да? Типа у нас загрязнение. Ну, это пластик, мусор различный. Апгрейд, вырубка леса и что еще может быть, ну типа загрязнение и выхлоп, это одно и то же. Возьмем мины. К чему связывают нас мины? Кактусы. Да, это чисто вырубка леса у нас получается. Тогда все ясно, ладно, вниз. Погнали вниз, вниз. Она была с шапочкой? Да, бус. Блин, ну... Я жду огромную медузу. Я жду краба-убийцу. Пока что я их еще не вижу. Но я их жду. Что я знаю, что они скорее всего будут. А, все-таки это телепорты, да? Что-то их многовато, ладно. Погнали вниз. Но я сохранился, значит будет босс. Вот, закрыто. Здесь закрытый проход. Значит, мне должны дать... ракеты. Лавовые шары. Расчете, если что. Ладно, у меня защита есть от одного. Я могу стрелять по верху. Все. У меня есть пила. Теперь точно все. О, сохранение, значит, босс все-таки. Рыба-светильник? Рыба-светильник. Ни хрен... Подожди, а как мне его быстрее атаковать? Он типа хилится за счет этого? Получается так. Ну да. Типа он метеориты эти жрает, и поэтому он еще плюс получает урон из-за этого. Он легкий, вот он легкий. Все. Рыба фонарь. Ну я говорил, что типа рыба фонарь будет. Че получаю? Сканер. Освещает вокруг вас мины. Mm-hmm.
угол. Рыба-фонарь. Так. Ожидаем еще огромного медузу. Ожидаем. Ясно. Ожидаем огромную медузу. Ожидаем. Крабика. Краб-убийца. И в принципе все. Go fast travel возьмем. Заюзаем и от. Где наш fast travel? Подожди, он справа или здесь? Справа или здесь? Нужен fast travel. Кажись, он да, здесь. Сейчас сохранимся. Давай посмотрю все-таки. А, тут так нет. Это я здесь, да, сейчас? Чик-чик-чик-чик. Ой, сюда. Погнали вниз. Пойдем в яды. Потом в мины можно пойти. Центральный что-то там. Да, это чисто загрязнение. Давайте сначала поверху. Так, мы здесь были? Нет, мы еще здесь не были. Вниз. Секретка, потом пойдем. Секретку позже пойдем. Я не знаю, цель какой. Какая цель? Ну, мы видели, эти секретка, она здесь. Да, типа разрушение. Знаете, типа, что если б все испортилось из-за всяких радиаций, как тут. Так, ну летим тогда влево. Туда. Вы отключаетесь? Не, на самом деле прикольно то, что мне щит, то есть я могу один раз впитать такой мощный урон. И это мне довольно помогает. В той степени. Ясно. Можем попытаться впитать. Типа умру, все равно сбегаю тогда за бонусом. Ладно. Так не работает, ладненько. Тогда бежим, забираем то, что мы потеряли. Бонус. И все. Не, на самом деле, типа, здесь большой пиксель-арт. Очень большой. Довольно хорошо сделан, детализировано. А, даже после смерти, то есть он у меня остается. Хорошо. Будем знать. Так, что, давайте наверх. Там я был. Куда тогда? Тогда здесь, да, здесь у нас ничего нет, нам нужна мина. Мин очень много нужно где повзрывать, поэтому мы летим. У нас уже 11. Илбаров у нас 5. У нас не открыт... А, не. Это лампа. У нас не открыто еще... А это что? Это вертикальный выстрел. 4. 4 апгрейда именно для нашего транспорта. Поэтому мы идем в мины. Фастфуд.
Может, третий это то, что вселяется все. Убираю здесь трубы. Да, огромные медузы. Me liking this. Так, а, нет, есть проход, хорошо. Мы сейчас сразу к боссу идем. Да? Или нет? Дэвинг. Окей. Я ставлю на босса. Не зря ж мне сейвинг дали. Мегаполисы. Так, туда мне не попасть. Да, то есть сюда только можно было так попасть. Эксперимент. Можно ты немного проедешь, и я про тебя зайду? Чего? Короче, я понял, третий это у нас мир стал очень каким-то, что он сам потонул. Эксперимент. Но здесь нам чисто нужно выживать. А, так оно еще взрывается и задает еще маленькие. Добро. Так, слышите, а что это за самонаводка? Я считаю это довольно нечестным. То есть, эта херня в меня летит, но не летит в тебя. Прикольно сделано. Прикольно делаем, парни. Ах. А. Прикольно. Херня в чем? Он может проходить сквозь сети, а я нет. Эксперимент чертов. Ой-ой-ой-ой.
Ой-ой-ой. Он долгий. И эта херня дает ему щит, из-за которого я не могу пройти. Но у меня хотя бы есть два варианта, как к нему туда попасть. Так, думаю, нужно отсюда сваливать. А нет, он еще не хочет. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Осторожно, осторожно. Все, эксперимент закончен. И что мне дают? Эту пушку? Чик-чик-чик-чик. Просто УПС убил. Без чего-либо. Окей. Не, ну типа босс не сказал бы, что такой сложный. Типа, кто из них более прикольный был? Рыба или этот? Наверное, эксперимент, потому что, типа, люди делали опыты над ним. Сделали его, типа, орудием. Дерсект. Но все равно, мне ни хера не дали. Нам все равно, что ты типа убил босса. Не, если бы, конечно, без этой защиты я просрал бы. То защита зарешала, на самом-то деле. Могу я сейчас сюда слетаю, посмотрю, что здесь. Походу, больше ничего. Да, печально. То есть здесь был просто босс. Окей. Окей, окей, окей. Куда мне тогда идти? Да, мне тогда идти. Хорошо, босса мы убили. Где мне мины искать? Я на самом деле думал, что мне дадут мину и пушку. Но мне ее ни хера не дали. Так, это я вернулся. Ладно, давайте тогда чисто в эту сторону. Короче, это сектор 7. Жилые кварталы. Но, походу, из-за большого количества людских построек все обрушилось, все сломалось. Нет у меня, элло. Нет у меня третьего оружия. Чё, виноват? Это сломать только можно ракетами, которых у меня, конечно же, нету. Которые мне, конечно же, даже не дают. Факсилити. Ладно, новое место. Это у нас доки. Thank you.
Окей. Ну короче, я думаю, давайте, наверное, на этих доках мы остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.